Опять белочка. Другая или та же белочка. Ой, какая холёсия. Все, улетела белочка. Белочка боится. Такой красивый мостик. Детей много, там вон лавочки, можно даже посидеть. Детки маленькие, вот фонтанчик. Фонтанчик, о, там, по-моему, свадьба. Свадьба, как будто свадьба. Реально невеста. Девушка в пакетах, будто действительно с цветочками, как будто действительно какая-то у них дата, может быть, правда, надеюсь, замуж вышли. Замуж выходить, это интересно. Вот они тут постояли, пофоткались возле этого фонтанчика. Вот она опять розовый кустик, я вижу. Но они уже опадают, да, это уже все, сезон розочек. Жара сейчас будет. Жара, жарище. Уточки плавают. Так хочется в тенечек. Я бы не сказала, что вот шляпа мне закрывает лицо. Все равно не полностью. Это надо вообще, вот, знаешь, такая... Я не знаю, что надо. Потому что здесь все время солнце, оно как-то, оно все время как-то прямо. Какое-то солнцестояние постоянное. Хотя сейчас уже после обеда оно немножко сошло с орбиты туда, с центра, имею в виду. Потому что оно как-то все время над головой. Куда ни повернешься, а солнце над головой.